Продать зерно выгодно. Реализовать урожай по самой лучшей цене североказахстанским аграриям поможет компания Baltic Control Kazakhstan. Поиск покупателя проводится на специальной товарной бирже. Это новое направление работы холдинга. Подробности далее. Посадить, вырастить, убрать, реализовать полученный урожай — у сельхозтоваропроизводителей немало дел и хлопот. Теперь на одну проблему может стать меньше. Продать выращенный урожай аграрии могут через специальную товарную биржу. Это новое направление работы Baltic Control Kazakhstan. Совместно с ТО FB Capital компания стала сетевым брокером по зерновым на товарной бирже «Евразийская торговая система». Эта новость будет очень кстати для аграриев региона. Урожай в Северном Казахстане в этом году получили хороший. Уборочная компания на финальной стадии, а значит, скоро станет вопрос, кому продавать выращенный хлеб. Реализовать его по самой высокой цене, не тратя при этом время на поиски покупателей, реально. Ну и будем заниматься купли-продажей зерна, как зерновых, масличных и бобовых культур. С нами работать легко и просто. Нам просто надо прийти на Казахстанскую правду 66, офис 210, сделать заявку, принести соответствующие документы для заключения договора. Заключаем договор и работаем. И уже наша как бы будет задача найти покупателя, продавца, если допустим, да, и для них как можно наилучшие условия предоставить. Работают специалисты компании с любыми объемами и по всему региону. В прошлом году они впервые попробовали себя в качестве брокеров. Эксперимент удался. Заключили более 30 выгодных для аграриев сделок. Не ограничена и география клиентов. Главное, чтобы было выгодно обоим сторонам. Став клиентами ТО «Baltic Control Kazakhstan», аграрии могут получить и другие услуги. «Baltic Control Kazakhstan», она осуществляет наблюдение за погрузкой зерна, за определением качества зерна, взвешивание зерна и за осмотром вагонов с выдачей соответствующих документов. Baltic Control Kazakhstan Certification – это аккредитованные лаборатории, которые оснащены полностью всем необходимым оборудованием. Агроконсульт – они осуществляют фумигацию зерна в вагонах при отгрузке. Также они могут его фумигировать, как элеваторы обрабатывать, также склады. На рынке компания работает много лет и для удобства клиентов расширяет список услуг, последняя из которых как раз в помощь в реализации урожая на одной из самых крупных торговых площадок страны. Отмечу, ЕТС – лидирующая электронная товарная биржа и единственная в Казахстане, участие в работе которой принимает государство. Заключенные сделки соответствуют мировым стандартам, а торги проводятся удаленно во всех режимах биржевой торговли с существенным уменьшением рисков. Ксения Куценко, Жолдызбек Ермуканов, новости МТРК.